И всем привет, привет, привет. Продолжаем, продолжать, продолжаем проходить. Всем приятного аппетита и приятного просмотра. Быстро. Так, я там где-то дракошку видел. Мне кажется, он где-то здесь был. Давайте сходим, попробуем его вольнуть, если это дракон. А драконов-то мы любим, на штыки насаживают. Мне кажется, он вдоль дороги, потирочнее. А здесь что такое? А здесь что такое? Смотри, там тоже что-то есть. Ну давайте, ладно, к дракону решили. Давайте начнем с дракона. Да, с дракона начнем, пацаны. О, смотрите, он с кем-то. Они там что-то замес у них какой-то с драконом. Так, пацаны, я к вам на подмогу. А что происходит-то, пацаны? Дракон смерти. А у меня вопрос. Как его валить-то? А вот тут я залетел в катку, просто затыкали нахрен вообще. Так, что-то я вообще расслабился в последних видео, особенно после босса. И... Короче... Надо собраться. Соберись, тряпка. Смотрите, я где-то везде вижу такие большие огни. Так, ну в теории он должен их быстро вынести. Ну и они помогают мне его затыкать, в принципе-то. Так, но я ставлю на дракона в любом случае. Мне кажется, дракон все-таки одолеет их. Так, ну здесь кто-то сидел явно. И мне кажется, кто-то сидел, ждал чего-то очень важного. Потом вот такой, опа, дракон подъехал, такие. Что нам делать? Ой, фига он там влетает просто. Тулю задело. Так, я хочу пойти помочь дракону, наверное. Здорово. Ну чё ты так долго, дракон? Здравствуйте. Вообще-то был занят драконом, нет? Подошел тут, знаете ли. Пацаны, это все фигня. Я вам сейчас покажу, как надо. Так, а чё, один остался, да? Многозарядный арбалет. Находится он. Я напишу сверху, где он находится. И, возможно, карту покажу. Давайте почитаем. Многозарядный арбалет. Вес 6. Так, а что-то у нее бонус от характеристик нету, а вот силы и ловкость надо 13 и 15. Арбалет, оснащенный хитрым устройством в форме веера, это металлическое приспособление, перезаряжает арбалет во время особого боевого приема. Особый навык серия выстрелов.
Этот навык активирует ружейный механизм для быстрой стрельбы. После активации поверните ручку, чтобы быстро выпустить во врага несколько болтов. Так, он все с одним справиться не может, что ли? Так. В общем, благодать напишу. Лайк, подписка. Пацан, ну сдайся уже, а. О, погнали. Да хорош тебе, разлетался тут, понимаешь ли. Так, допустим. Так, допустим. Хорошо. Что происходит? Что происходит? Что он орёт-то? Фу, я выжил. Самое главное, я выжил. Так, ну вот этот топот его смерти, конечно. Где он? Где он? Пронесло. Пронесло. Ну. Где его хлебало? Я не понял, конечно, что произошло сейчас. Фу, ушел, ушел, ушел. Нормально, нормально. Так, уходим. Уходим подальше, уходим. Тихие, я живи. Пьем. Идем. До свидания. До свидания. Так. Сколько дадут? 120 тысяч. И драконий кутичный камень мрака. Все это недалеко от благодати руины Мурта. Руины Мурта. Лично. Я даже чуть ли вспотел. Просто на улице 30 с чем-то градусов в тени. Так, это что такое за звук? Ты чё тут быкуешь-то на меня? Так, пацаны, а у вас что происходит? Ладно. Я вам ничего не сделал, чё вы такие злые-то сразу? Так, что у нас тут? Мы наверху где-то, да? Мы где-то наверху, и зачем, мы тоже непонятно.
А чё вы такие серьезные стали? Вроде такие прям вообще ни о чем, а тут прям. Так. Больше это не прокатит, да? Почему опять не сюда? Так, а с них смотри, что-то даже призрачный ландыш в них попадает. Ну ладно. Что у нас тут? Что у нас тут? Что у нас тут? Что? Так, мы куда-то туда смотрим. Мы смотрим туда. Видим мы что-то. Вижу. Чего-то вижу. Так, где-то вот там, да? Да. Так, вижу замок. Замок вижу. Видите замок? Замок вижу. Много замков вижу. Вообще много замков. Везде одни замки. Так, опять кабан, блин, встал и стоит, блин. Вот что ты мешаешься под ногами-то, а? Стоять! Так. Ладно, явно не здесь надо забираться. Допустим. Допустим, сейчас по-другому пойдем пути. По-любому он там есть где-то забраться, да? Не, ну арбалет прикольный, что можно будет поугарать, побегать потом. О, 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 то, что надо, давай, 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 опа! В смысле, да? Ага. Первокрай, понятно, значит где-то там надо искать, хорошо. Ну давай. Хорош, тут разлетались. Так. Допустим. Ну давай, чё ты там? Руна царства теней. Так, отлично. Надо поставить по-любому, где-то открылся духовный источник. Поставить прям лайкусик. Судя по всему, что он один, давайте поставим два. Давайте еще будет мой. Так. Как там? Послание, да? А послание, так, жесть, впереди. Впереди люди, предметы... Необходимое ценное нечто, нечто потрясающее впереди и нечто потрясающее. Пускай будет так. О, еще раз мои знаки появились. Оба. Пускай будет нечто потрясающее. А что нет-то? Так. Так, залетаем. Пацаны. А, у меня магия есть. Больше тут никого нету. Есть тут кто? Походу, дела никого нет. Ну и хорошо. Ладно, есть кое-кто. Вот так. Я все сказал. Я вам 350 тысяч потерять, конечно.
Разлетались тут коршуны, понимаешь, да? Еще где-то. Ну иди давай, давай. О, ляжечка вернулась. У меня есть шанс жить. Так. Здесь ничего такого нету. Не, вдруг здесь что-нибудь есть. Что-нибудь интересное. Но здесь ничего нету, ладно. Давайте к благодати сходим, что нет-то. Осколок древа упадка. Ну, у меня вообще вопросы. Здесь ничего нет, кроме креста. А вопрос как раз-таки в том, что я типа здесь забыл. Зачем? С какой целью? Так, смотрите, здесь еще какая-то мостушка есть. Но, правда, я настолько вниз еще не спускался. Мне кажется, это здесь как-то спуститься, можно вот сюда попасть. Но это чисто сугубо мое мнение. Еще осталось место у нас вот здесь. И вроде бы все в этой воде мы, по-моему, были. Давайте тоже еще сюда зайдем. А так вроде все. Но я вроде ничего не упускаю. Ладно. Так, ну ты со мной будешь говорить или так и будешь молчать? Короче, он молчаливый Джо. Назовем его так. Я не знаю, кто это, но будет Джо. Раз он не хочет представиться как нормальный, адекватный человек. Будет Джо. Просто Джо. Молчаливый Джо. Так, меня вот эта каракатица напрягает. Так, давайте проверим, насколько... О, достало, смотрите-ка. На тебе! В грудину просто! Лови! Так, ты не будешь в мишку большого превращаться? Это хорошо, мне нравится. Кусок белой плоти выскочил. Ладно. Так, ну тут что-то есть. А, во. Крупная звериная кость. Так, допустим. Руна царства теней. То есть даже никакой пещерки нет. Прям даже маленькой пещерочки. Ну, прям самой махонькой. Ну, ну хоть чуть-чуть. Ну, ладно, хоть чуть-чуть есть. Конечно, хотелось бы побольше. Так, это что-то куда-то, куда-то это ведет меня. Куда-то это ведет меня. А куда это меня ведет? Ага. Вы поняли? Опа, опа, опа. Справочник собирателей. Я ищу светлячок. Все, да? Призрачный ландыш. Мне кажется, стихия самый читерский вообще вот этот вот помощник игровой. NPC. Самый... Почему я не спрыгиваю? Вот, спрыгнул, наконец-то. Где-то звук. Звук слышу.
Где? А, во! Так. Кузнечик, камень, мрака, 8. Да. Я еще звук слышу, вы слышите? Ну и ладно, пошлите вниз. Или куда там это меня поведет? Она же меня куда-то поведет? Конечно же вниз. Чего я удивляюсь? Ну я могу. Умею, практикую. Разрушенная кузница звездопада. Подожди. Подожди, подожди, подожди. Уже же была где-то, нет? Во. Лавосборник, разрушенная кузница. Это разрушенная кузница звездопада. Короче, это две разные, два разных места. Ладно. Хорошо. Так уж и быть. Договорились. Так, давайте фляжку все-таки одну с... даже три вернем, вот так вот. Так, камни сразу при входе лежат, это хорошо. Прям бери, не хочу, да? Так, смотрите, здесь есть низ. Низ тут есть. Так, давай с этого начнем. Давай с этого начнем. Где он? Второй-то. Вон он. Ты куда пошел-то? Ой, не то. Ну ладно, я сам к тебе приду. Хорошо, договорились. Все. Договор. Не, ну а что, что? Так, я вижу запуск. Сейчас что-то произойдет, да? Сейчас он тебе ворота откроется, наверное. Опа. Ладно. Копье с письменами. Копье с письменами. Находится разрушенное. Кузница звездопада, копье с письменами, весит 4 килограмма, сила, ловкость, мудрость и вера подает. Это, кстати, интересно. Копье с письменами, оставленными кузнецом, метательное оружие, выкованное мастером своего дела. Проведите простую сильную атаку. Сильную атаку в рывке или сильную атаку верхом, чтобы метнуть копье во врага. Навык «Пронзающий выпад» позволяет наносить удары колющим оружием, минуя щит врага. Накопите силы и сделайте мощный выпад, чтобы пробить блок, обороняющийся противника. Выглядит это вот так. Вот так это выглядит. Так. Слабая атака. Сильная. Сильно он просто кидает, да? Выпад. Ну, это выпад, как обычно. Так, давайте попробуем в эту кинуть. А что это с дымком он почему-то? О, смотрите, у меня прям дымится копье. Прикольно. Лайк, подписка. Подписка, лайк. Рычаг. Осторожно, лжец. Мне кажется, потянуть рычаг не стоит. Не знаю, по какой-то причине, мне кажется, что рычаг пока не стоит тут дергать. Атакуйте их, когда они наиболее уязвимы. О, здорово.
Здравствуйте, я тут сзади к вам зашел. Так, ну их так просто быстрее можно вынести им стамину. Как вы видите, вообще в лицо их бить бесполезно. Конечно, этим хотя бы графин на голову надели. Ух. Так, ну, отсюда я явно не попаду туда, да, никак. Так, а что там за рычаг все-таки? Давайте проверим. Хорошо, я готов помереть разочек ради рычажка. Так, ну это обратно все закрывает, да? Здесь он закрывает. А здесь он не открывает, да? Не, он с какой-то целью это придумано. Пускай так и будет. Год там плюешь, слышь. Так, давайте туда сходим. Я застрял. Так, это тоже с дубиной, смотри-ка. Тебе сколько надо ударить? Фига себе у него там хп, я не знаю, в смысле выносливости. Так, ну тут я сразу сбил его. Что странно. Кузнечный камень мрака 7-1 штука. Ладно. Допустим, давайте убираться отсюда. Так. А впереди любвеобильный человек, но осторожно стрелок. Так, минус стрелок, дальше. Ага. Допустим. Ну, пока все просто. Ох, как мне повезло-то сейчас. И еще разочек. Не, ну если приноровиться к его атакам, в принципе, ничего сложного нету. О, опять камушки, смотри-ка. Так, давайте вот это запуляем, я не знаю, зачем она там. Меня напрягает ее нахождение просто, что она существует. Так, что я не могу взять-то? О, кузнечный камень. Так, ну это лава явно. Просто логично. Это Ватсон. Еще какой? Просто мега Ватсон. Так, допустим. А дальше-то что? Так, опа, опа, опа. Опасная штука. Я нахожусь однозначно на лифте. Или что-то типа того.
Так, пацаны. Талисман кузнеца. Сейчас я все прочитаю. Да, мы уйдем просто от этих атак. Находятся они в той комнате. Так. Кто дает этот талисман? Талисман. Талисман кузнеца. Повышает урон от метательных клинков. То есть, помните, может быть... А, вот копье, может быть, тоже можно к нему относиться. Так. Талисман с изображением древнего кузнечного молота. Кстати, да, похож на молот. Покрыт надписями, оставленными кузнецом. Повышает урон от метательных клинков. В стародавние времена кузнечное дело считалось святым искусством. В расплавленной стали кузнец читал божественные послания и наделял оружие душой. Находится это в разрушенной кузнице Звездопада. Там слева. Лайк, подписка. Так, куда мне дальше-то? Не упадет же она на меня? Блин, а вы что за мной попадать начали? Так, ну я его трогать не хочу. Он не мешается. Там же больше никто не захочет за ними пойти последовать. Блин, мне так нравится после эффект теперь после убийства. Это раньше не было просто. То следы какие-то даже хоть начали оставаться, уже хорошо. Так, мне кажется, та штука тоже опустит. Зачем? Нет, не опустится. Просто вопрос, а как в ту часть попасть? Ну, просто оттуда туда явно не перепрыгнуть. И по виду кажется, что там что-то есть. Может быть, как-то с той комнаты можно было. Ну ладно. Это не имеет уже значения. Пойдем дальше. Так, что у нас? Опять можно дверь закрыть. Я правда не понимаю, зачем. Осторожно справа. Справа. Да и слева сидит, не? Здравствуйте. Так, кто-то еще сидит. Был на грани опять. Но мне повезло. Так, кузнечный камень. Еще кузнечный камень и еще. Давай, вставай уже на колени. Так, уйди от стены. Иди сюда. Иди сюда, кому говорю. Иди сюда. Ага. Ага. Угу, 4, 5. Ага, понятно. Стой, живи! Так, допустим. Но уже лучше, уже лучше получается. Хорош уже, отстань. Диск с письменами.
Нашли мы его в разрушенной кузнице звездопада. Лежит он здесь на трупе после двух больших гигантиков. Так. Он весит 2 килограмма. Клинок для удара слева. Рубящий. У него сила, ловкость, мудрость, вера, допы. Закругленный клинок с обратным хватом. Покрыт письменами, оставленными кузнецом. Метательный клинок, который летит по дуге. Создан мастером своего дела. Угу. Проведите сильную атаку, чтобы бросить оружие во врага. То есть он как-то типа слева полетит, да, получается? То есть может, если что, сзади в вас попасть. Навык «Слепая зона». Угу. Подскочите к врагу и нанесите ему неожиданный удар сбоку. Последовательные атаки определяют, с какой стороны вы наносите удар. Эту нижнюю атаку невозможно заблокировать. Выглядит это вот так. Так, где он там? Ага. Слабый. Слабая атака. Сильная. Так, он закидывает, да, просто? Он просто их кидает. Так, допустим. Ага. Хорошо. Как-то так. Лайк, подписка. Так, куда дальше-то? Не, ну а серьезно. Мне просто потом интересно проверить. Ну, я погиб, да. Ну, проверить-то я должен. Просто, как уже показывает практика, во всех этих локациях есть конец. То есть ты в любом случае доходишь до какого-то логического завершения. Откуда тебя отпортали потом назад. Так, допустим. Мне кажется, это какой-то прикол есть с воротами. Типа, все не просто так. Так, смотрите, здесь есть, здесь тупик. Допустим. А, там была сопля, понятно. Я еще не понял, как вам туда попасть. Вот туда вот. Иди сюда. Слушай, что ты такой медленный-то? Нет, со своей вот этой ультра-серии атак не надо мне тут. Отлично. Давай еще убей меня. О, мы уже 40 минут играем. Так, до свидания. С этим мы попрощались. Атакуйте их, когда они наиболее уязвимы. Ну, я атаковал.
Так, давайте тупо заберем и убежим отсюда. Я, если он за мной пойдет, то я по-любому ему накидаю. Давай. Так, ну и что? Давай. Отлично. Придется теперь бежать, у меня других вариантов нету. Да. Боюсь. Блин, ну эти пацаны вообще не вовремя появились, честно. И вот этот, смотрите, еще тоже сидит, да? Он вообще спит, по ходу дела. Ну-ка, камень об камень. Ну такое, короче. Давай, быстрее. Идем. Пока он дойдет до сюда со своим лавым горшком, я уже наверху буду. Ага. Я понял все. Впереди нечто потрясающее. Финальчик данной локации. Что нам на этот раз дадут? Древний двуручник из метеоритные руды. Находится он в разрушенной кузнице звездопада. Выглядит он вот так. Огромный меч. Угу, 22 весит, ничего себе. Кстати, бонус от характеристик здесь уже колдовство, силы и ловкость. Одно из сокровищ, кстати, выглядит красиво, найденных в разрушенных кузницах, заостренный двуручный меч из древней метеоритной руды, оружие старых богов, выкопанное из земли. Этот меч, изготовленный из осколка наконечника стрелы, отлично подходит для колющих атак. Особый навык – рывок белого света. Напитайте свое оружие силой белого света, сокрытого в древней метеоритной руде, а затем совершите рывок и пронзите врага. Дополнительная атака спровоцирует взрыв. Выглядит это вот так. И драконий кузнечный камень нам дали. Так, это блок. Слабая атака. Сильная. И... Ху-ху-ху! Нифига, можно прям в пати залетать куда-нибудь.
Лайк, подписка, подписка, лайк. Как-то так. Эти локации, конечно, жестковаты немножко. Так, ну мы здесь закончили. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, подписывайтесь на Телеграм-канал, порекомендуйте мои видео своим друзьям и товарищам, ставьте лайки. Всем удачи, пока-пока.